Гайд-парк в Лондоне защитит хранительница. Огромная бронзовая крылатая кошка – работа российского художника Даши Намдакова. В азиатской культуре хранителя часто ставят перед храмом, а как он оказался в гайд-парке, узнал Дмитрий Сошин. Это фантастическое крылатое создание с головой дикой кошки на фоне лондонской толпы и двухэтажных автобусов кажется пришельцем из иных миров. Автор скульптуры, бурятский художник Даши Намдаков, объясняет, что это хранительница. Это символ матери, готовой умереть, защищая своих детей. Идея скульптуры в буквальном смысле выросла из черепа рыси, подаренного сибирскими охотниками. Все остальное дорисовало воображение. Попробуйте подойти к матери любого животного, да? Она может быть домашним, но когда ты подходишь к детенышам, она просто становится щетиницей, и она никого не подпустит. Я вот когда сюда ехал, я думал, может быть, мне надо было сделать, чтобы людям было понятно, сделать еще детенышей рядом. А потом думаю, нет, это все-таки искусство, должно быть, люди должны догадываться, должна быть недосказанность некая. В России эту скульптуру знают в миниатюре. Иное ощущение, когда бронзовые крылья размахнулись на 11 метров в высоту. Кажется, что хранительница только что приземлилась на постамент и замерла. Лондонские власти в шутку говорят, что хранительница будет оберегать гайд-парк от злых духов. Гайд-парк находится за ее спиной, а лицом скульптура обращена к Marble Arch, лондонской триумфальной арке. Это место – настоящий туристический магнит, так что за те полгода с небольшим, пока она здесь простоит, скульптуру увидят не только лондонцы, но и люди со всего мира. Это редкий случай, когда мэрия лондонского района Вестминстер, отбирая работы со всего мира для ежегодного фестиваля скульптуры, заранее попросила Намдакова установить хранительницу на самом видном месте. Мы хотим превратить этот парк, а это престижный королевский парк, в музей под открытым небом. Мы исходим из того, что люди вовсе не обязательно должны знакомиться с искусством только в закрытых пространствах. Это уже вторая скульптура Намдакова, установленная в центре Лондона. Почти полтора года на этом постаменте красовался Чингисхан. Об этой работе много говорили британские искусствоведы. Художника, скульптора и ювелира из Бурятии в британской столице знают хорошо. Здесь с успехом прошла его выставка «Вселенная кочевника». Редко встретишь столь одержимого, столь амбициозного художника. У многих возникают в голове интересные идеи, но не все в состоянии довести их до произведения такого уровня. Ожидается, что из Лондона хранительница перелетит в Татарстан, в древнюю столицу Волжской Булгарии. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Ольга Хитрина. Первый канал. Лондон.